Лера Козлова вернулась к солисту Quest Pistols. Лера — наш кумир, наш святыч, воплощение всех самых чистых фантазий. Когда Козлова сообщила, что у нее с участником Quest Pistols все кончено, мы Никиту тут же не взлюбили, но оказалось, что поспешили. Да, Никита! Срочно вынимаем иголки из куклы Вуду с лицом Горюка и возвращаем ему проклятую косметичку. Сразу несколько таблоидов сообщили, что Никита и Лера снова вместе. Снова рядом. Влюбленные съехались, завели хозяйство и живут припеваючи. Наконец-то все мои речи были услышаны. Ну, мы за тебя, Лер, страшно рады, потому что еще этой зимой ты плакалась нам в жилетку и говорила, что белобрысый поп-идол тебя не любит. И что есть, мол, у тебя в Питере ему замена. Ну, потому что Quest Pistols, участник Quest Pistols меня не любит, пришлось найти там. Мы даже фамилию вспомнили. Михаил Негуляйкин? Мигуляйкин на самом деле выдуманный персонаж. А мне кажется, на самом деле это такая штука, если ты веришь, то все сбудется по-любому. А если нет, нет. Вот ты жжешь, а мы поверили. Ой, женщины, вероломствовым имя. Но это мы не сами сочинили, это так сказал великий Вильям Шекспир. А мы просто цитируем. А мы уж в кассу. Ну, давай рассказывай, из-за чего ты тогда от Никиты уходила? Я тебя ни капли не люблю. Перерыва не было. То есть все это время ты доблестно партизанила и скрывала роман. Да типа такого. Я твой наркотик, твой никотин, твой алкоголь, я твоя любовь. Тигра не котик, дура со всех дур, и дураков, что любят гламур, гламур, гламур. Встаем и аплодируем твоей выдержке, потому что другая бы на твоем месте давно уже растрепалась об отношениях. Мол, я личную жизнь, конечно, не комментирую, но зовут его Никита, работает там-то, размер уверенный 30 сантиметров. Насчет интимных мест сказать одну только вещь, что фанатки, когда меня лично трогают за интимные места, то они сразу разочаровываются. Да, и вот практически уже в октябре будет 2 года, как мы с Никитой вместе. Я устал, хочу любви. Вот, конечно, серьезный срок. Мы, честно говоря, ни на что не намекаем, но гид по московским ЗАГСам на всякий случай тебе подарим. Или вы в Киеве женитесь? Ну, даже не знаю, не знаю. Что ж теперь делать? Наверное, нужно менять место жительства, паспорт. Совет вам, да любовь, да и квартирку побольше. Кстати, как там Никит в быту? Яичницу кушает, носки по квартире не раскидывает? Носки. А то, сама понимаешь, мы же ее только на сцене видим, в макияже да лосинах. Яичницу не кушает и носки не разбрасывает. Вообще супер мужчина. Ну, косметику как-нибудь подворовывает, пока ты ногти подпиливаешь? Нет, он не красится. Дома вообще? Да, и меня каждый раз пытается умыть. Ну, тогда еще раз тебе счастья и большого, и человеческого. Я верю просто в счастье, в мир во всем мире, в любовь верю. И все, и у меня все это есть. И поскорее стать Лерой Лерой и Козловой Горюк. MTV передает тебе привет.